Но это имбовый бравлер, чуваки. С каждым разом появляется все более и более имбовый бравлер. Я бессмертен в этой игре. Ребят, это просто имба всей имбы. Привет, меня зовут Пози, и я рад вас обрадовать. Сегодня в Бравл Старсе появился новый бравлер. Представляете? Новый бравлер. Мы этого с вами никогда не видели. А также тут немного обновили дизайн интерфейса. И сейчас у меня на балансе 1436 гемов. В магазине у нас есть бравлер Мэг, и кажется, это у нас эпический боец. Давайте мы с вами зайдем в бойцы, перелистаем в самый-самый низ. Это легендарный боец! Окей, меня дезинформировали. У Мэг есть два режима. Стандартный и продвинутый, в котором она управляет мехой. Меха постепенно теряет здоровье и имеет низкую способность к исцелению. Уничтожение мехи возвращает Мэг в стандартный режим. Что-то мне это напоминает. Вам не кажется, персонаж какой-то знакомый? Возможно, из какой-то другой игры? Упс. Ладно, вы этого ничего не слышали. Ребята, в сегодняшнем ролике мы с вами выбьем Легу. Или же купим ее в магазине. Ее прямо сейчас можно купить за 700 гемасов, но я вначале попытаюсь ее выбить. Поэтому перед началом этого ролика обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Давайте мы с вами соберем 100 тысяч лайков, если вы хотите себе на аккаунт нового бравлера Мэг. Окей, чуваки, поехали. Давайте мы с вами заберем вначале подарочный мега ящик. Открываем его и... А, это гаджет. Фу! Я увидел один мигающий предмет и такой, чё? Вот так вот, сразу, с первого ящика бравлер Мэг. Просто я надеюсь на то, что у нас получится выбить бравлера Мэг с ящика. Было бы невероятно круто, если бы мне удалось... Ее прокачать до те гемы, которые я себе приобрел. О май гад. Мне выпало Лего со второго ящика, чуваки. Так, окей. Значит, сейчас мы будем получать опыт на бравлера Мэг. Очевидно и логично. А это значит, что в этом ролике мы с вами еще сможем прокачать Мэг на фул. И, возможно, даже выбить суперсилу. И гаджет. Давайте мы вначале с вами сыграем за Мэг первой силы. Посмотрим, на что вообще она способна. Итак, у нее 2200 здоровья. Атака, вижу цель. Мэг стреляет из бластера короткими очередями, действующими врагами на нервы. Что-то мне это тоже напоминает, вероятнее всего, Макс. Короче, урон у нее плюс-минус 600, видимо, она по две пульки выпускает. Дальность большая, скорость перезарядки очень высокая, что меня удивляет. Супер-мега-машина. Мэг прыгает в меху, чтобы разнести все вокруг в щепки. А, окей, у нее ульта, она призывает меху. Меха активирована! У мехи 5000 хп, скорость движения нормальная, сдерживание толпы. Мощный шквал пуль — это самый быстрый способ разогнать толпу. 8 умножить на 240. Ух ты, нифига себе. Окей, это очень даже неплохо. Это где-то 1800 урона просто обычной атакой. Дальность большая, скорость перезарядки нормальная. Супер! Сила стали. Мех атакует противников широким взмахом грозной металлической руки. Урон 2400. В целом неплохо. То есть, вначале у тебя ульта, ты призываешь меху, а затем ты в этой мехе можешь еще раз ультануть. То есть, получается сразу две ульты у одного персонажа. Так, ладно, ладно, ладно. Хорошо, давайте вначале испытаем этого бравлера. Нам нужно с вами разобраться, что он умеет. Какая дальность стрельбы? Ух ты, нифига себе, она далеко стреляет. Так, окей, ульта достаточно быстро заряжается. Используем ульту. Та-дам! И теперь я в мехе. Я бегаю, видимо, немного помедленнее. Ну вы посмотрите, как я стреляю, ничего себе. Да я терминатор настоящий. Так, давай мы с тобой попытаемся использовать ульту. Это просто обычное прицеливание, почти что как у Шелли. Итак, воу, это массовая атака, ничего себе. Сразу по 2400 урона. А что у меня с хп-то, я не понимаю. Эй, я постепенно погибаю. Кстати говоря, вы представляете, что может происходить с этим бравлером в режиме, где у вас есть восстановление хп, где появляются эти кружочки. Это же полное бессмертие. Ты можешь хилиться и дальше тащить. Либо играть в стаке с каким-нибудь Пока или, может быть, Пэм. Давайте сыграем с вами в столкновение плюс. Понеслась. Играем за бравлера Мэг. Как давно не появлялась новая Лего в Бравл Старсе? Очень давно. Может быть, полгода. Или же даже дольше. Может, вообще год. Я не помню. Вот серьезно. Так, окей. Атакуем с вами Эль Примуса. Ой-ой-ой, это злой Эль Примус. Это злая порода Эль Примуса. Так-так-так-так-так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас вальнут. Меня чуть убили. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Используем меху. Я смогу отсюда вырваться. Блин, какие-то жесткие боты, они меня прям зажали так-то неприятненько. Окей, у меня есть одна сила. О, кстати говоря, я же могу нафармить себе силы и таким образом хилиться. Да, это же просто гениально. Так, Бул. Ну все, кажется, мы с Булом остались. А, нет, еще кто-то остался против нас. Давай, Бул, давай, давай. А!
Он убежал. Ах ты засранец. Я из-за тебя ульту всадил. Я думал, он на меня побежит, я его вовремя атакую. Так, окей. Очень мало хп. О, нет! Нет. Меха. Все, я в мехе. Ну это имбовый бравлер, чуваки. С каждым разом появляется все более и более имбовый бравлер. Сразу 20 кубков, просто с первой же победы. Я такое вижу впервые. Кажется, когда я впервые узнал про этот режим, мне не удалось сделать 20 кубков за одну игру. Оу, смотрите-ка, так, а здесь уже тик. Так, давайте отойдем. Опа. Может быть, мне удастся как-то к нему подобраться? Давай. Убил тика. Так, все, тут он мне целых 3 банки оставил. Блин, какой хороший тик. Так, убиваем Эль Примуса, взрываем эту пушечку. Давай последний патрончик. Отлично, 5 банок, просто шикарно держимся. Меху пока что нет смысла использовать. Я думаю, что здесь можно применять суперкрутые тактики. О, они убили друг друга. Ну, надеюсь, со мной в кустах никого нету. Хотя, мне уже нет смысла переживать, если это, конечно, не какой-то бул. Потому что у меня 5400 хп. Ну это кольт. Ох, кольтишко, тебе не повезло. Я бы на твоем месте сразу в туман бы убегал. Не, ну серьезно, ладно, используем меху. Ну да, это бот, камон. Как я до этого не догадался. Он меня ультанул и снес мою меху. И у меня на секунду пролагал инет. Оу, щищ! Плюс 10 кубков. Так, и сколько я еще кубков бонусных получу? Оу, плюс 8. Нифига себе. Окей, мне нравится бравлер Мэг. Но что будет, если мы с вами сейчас прокачаем этого бравлера? Улучшаем бравлера Мэг. 4 уровень силы, 5 уровень силы, 6 уровень силы. И не хватает немного до гаджета. Елки-палки. Что ж, здесь достаточно милые смайлики. Давайте мы с вами сделаем трофейные, легендарные смайлики для легендарного бравлера. Музыкальный смайлик поставлю и злой. Блин, будем пугать. Так, давайте мы с вами откроем еще один мега ящик. О, смотрите, бесплатный ящик у меня есть. Нам нужно совсем немного опыта подфармить для того, чтобы достать гаджет на бравлера Мэг. Теперь у нас хватает опыта до 7 уровня силы. Та-дам, гаджеты разблокировались. Ну что ж, ребята, сейчас мы с вами будем разблокировать гаджеты на Мэг. И где-то здесь у меня еще ящики вроде бы остались, поэтому давайте мы их с вами используем. Ух ты, сколько у меня ящиков-то осталось. Зачем я донатил-то? На всякий случай, на будущее у меня останутся гемасы. Why not? Просто я совсем забыл, что я разблокировал уже новый Бравл Пасс. Там был Бравлер Эш. Ребят, напомню вам, что самое время поставить лайк. Ну, вдруг вы забыли. Так, окей, 61 уровень. Опа, мне упадает гаджет на Бравлера Мэг. Источник питания. Меха восстанавливает 450 очков здоровья в секунду в течение 5 секунд. О, это отхилка на мех. О, все. Это же бессмертие для этого Бравлера. Все. Это не убивает. Бравлер. Ребята, забудьте всех лег, которые вы до этого знали. Это неубиваемый бравлер. Сейчас все будут играть только за него. Ух ты, сколько у меня тут монет-то. Тут прям целые залежи сокровищ. Ладно, дождусь окончания сезона, и тогда все награды соберутся. Мне просто лень самому этим заниматься. Так, открываем мега ящик. Ничего. Следующий мега ящик тоже ничего. Еще один. Ах, не везет. Ладно. Давайте мы с вами обменяем опыт. Опыт на большие ящички. Ничегошеньки. 68 уровень. Все, у меня осталось несколько попыток. В предыдущем сезоне у меня еще ящики остались. Вы представляете? Да как так-то? Почему у меня столько залежи ящиков? Откуда у меня их столько? Еще 8! Офигеть! Как я мог забыть про них? Ладно, давайте мы до конца тогда добьем весь этот сезон. И наконец-таки они пофиксили баг, когда исчезали твои большие ящики. Когда ты быстро кликал по ящикам, то почему-то один ящик куда-то случайно исчезал. Может быть, у нее нет звездной силы? Нет, у нее есть звездная сила. Нет, я не смотрю. Я ничего не видел, потому что я хочу сам выбить сейчас звездную силу на этого бравлера. Поехали! У нас даже запас гемов должен остаться. Так, чисто. На черный день. Я столько ящиков открыл. Не понял. Могу еще 9 ящиков открыть. Все нормально. 8 ящиков. 7 ящиков. Мои ящики уменьшаются. 6 ящиков. 5 ящиков. Да! Фу! Я уж чуть не обосрался. Так, Мэг, звездная сила, силовое поле. После уничтожения мехи у Мэг появляется щит, который уменьшает наносимый ей урон на 35%. Все! Это имба, ребята! У меня есть защитное поле, у меня есть отхилка для мехи, у меня 10 уровень силы, у меня достаточно большой урон. Я бессмертен в этой игре! Да, мне сложно поверить в то, что такое бывает. Это будет сейчас самая простая игра. Первая баночка у нас есть. Сейчас мы с вами спокойненько нафармим баночки, хотя мы против ботов играем. Я думаю, что да, есть смысл сейчас пофармить фраги. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Что? Меня убил бот, который даже убежал в туман. Меня убил бот.
Я убил бот, потому что у меня мало хп. Ладно, я заработал целых 2 кубка. Заодно сделал красивое число. 40. Так. Выстрел в кольца. Что происходит? Ребят, вы этого всего не видели. Как сложно ломать ящики за мэг. А вот я и нашел минусы 2 бравлера. Очень тяжело фармиться на старте. Очень тяжело. Почему у меня такой маленький урон? Вроде 10 уровень силы, а вроде я почти ничего не дамажу. Че, это шутка какая-то, да? Я вам шутка, что ли? Нет, я бравлер мэг. Я новая лего. Этот завис вообще. Да, он завис. Ха, бот завис. И вы хотите мне доказать обратное, что это не бот? Да это бот самый настоящий. Так, используем меху. О, да! Меха меня засейвило. Ха, чувак, наверное, сейчас знатно обосрался, когда перед ним заспавнилась меха. О, 3 баночки. Прекрасно. Так, гаджет у меня есть. Ладно, пока нет смысла хилиться. Хотя, ладно, давайте, давайте я использую хилку. Использую ульту. Ломаю, ломаю, ломаю! Ломаю ее полностью! Ха! Еще один гаджет отрегенился. Так, опять используем отхилочку. Но, на самом деле, это немного доспасает. 1000 хп может тебе сохранить, даже 1500. Черт, я бы хотел сейчас использовать ульту, но я, к сожалению, никого сейчас здесь не вижу. Интересно, вот если у меня сейчас разломается меха, ульта-то у меня сохранится? Или она точно так же исчезнет вместе с мехой? Так, меха. О-о-о! Так я еще спрыгиваю с лоу хп, то есть мое количество хп сохраняется. Если у тебя остается лоу хп, когда ты спавнишь меху, то у тебя реально останется лоу. Все, ну давайте мы с вами уничтожим розу. Ой-ой-ой. Посражаешься против моей мехи? Ха! Битва титанов. Я и не сомневался, что выиграю в этой игре, потому что, ребята, напомню вам, 40 кубков. Киберспорт. Давайте мы с вами попытаемся сыграть в стаке Спока. Кстати, да, дуо. А-а-а, в этот же режим нельзя играть в дуо. Когда они уже сделают столкновение плюс дуо? Так, эти чуваки даже умеют тимиться, вы представляете? Тут есть и бравлер Гриф. Попал пару раз. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы ждем момента, когда нафармимся. Оп! Почти добил. Так, окей. У меня есть спавн мехи. Давай, 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 давай. Подойди сюда. Подойди сюда. Я знаю, что ты хочешь забежать в эти кустики. И отведать мои мехи. Нет? Все, ребята. Уничтожитель 2000 пошел в бой. Нет! Фу, меня чуть не вынесли. Так. Ребята, там у нас Баз бегает в кустах. Окей. Призываем меху на счет 3. 1, 2, 3. Эй, Базик. Базик, Базик, Базик. Так, мне кажется, он где-то здесь. Нет? Может быть, он тут? Нет, его тоже тут нет. Он бегает кругами от меня. О, попал, попал! Попал по нему. Так, все, я его схватил в таргет. Да, елки. Так, ладно, еще один гаджет использую. Я буду выжидать. Я буду выжидать, я буду выжидать. Да! Мне только выкинули смехи, и все, я затащил. Да, тут чуваки по скиллове играли, но все равно как-то изи. Давай еще разок, почему бы и нет. Ребят, ну раз уж у нас так хорошо идет игра, то мы с вами должны взять еще одну катку и обязательно сыграть в стаке Спока. Ну, мне прям очень интересно, что из этого выйдет. Вы представляете, как меху можно бесконечно хилить, если она, конечно, будет вообще хилиться. Так, Мортис сейчас засилил мою банку. Вот ты засранец, а? Он же меня убьет. Да, он меня убьет. Активируй меху! Ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас ты обосрешься! Так, уничтожено! Нет! Нет, я лоу! Зажали с двух сторон! Вольт и Эш! Ух, нифига себе, что это Эш заспавнил. А, да, точно. Мусорная армия. Следующая игра! Я настроен побеждать! Окей, если мне за мэг удастся со старта сейчас собрать хотя бы 5 банок, то это просто изи вин. Оп, засилил. Украл крикер. Ладно, все, мы немного спугнули. Стравили его, кажется, с булом, поэтому все хорошо. А, его убил гриф. Оу, тут сразу 2 мэг в катке. А кто это сразу так получил легу? Ну давай, давай, я посражаюсь против твоей мехи. Нюхай бебру. Ладно, у меня есть меха. Убил раз. Ух, собрал банки. Так, использую хилку. Убил 2. Все, всех мэг я вынес. В этой игре мэг больше не будет. Ой, а кто это здесь у нас? А это у нас Бель, которая стояла в АФК. Поззи опять всех вынес. Ну, это было изи. Они меня пытались загнать в угол, но я выбрался. Я оказался лучше, ловче, гениальней. Окей, ребята, сейчас я буду играть вместе с Поко, у которого 757 кубков. Ну, ребята, в целом ничего необычного. У меня 86, у моего тиммейта 750. Надо будет как-нибудь качнуть всех своих бравлеров хотя бы на 550 кубков, да? Но почему-то мне просто лень
лень. Да, я слишком ленив для этого. Окей, мне интересно, получится ли у Пока захилять меху? Если да, то это будет круто. Блин, это сейчас самый крутой стак. Ой-ой-ой, нифига себе, там чуваки интересные бегают, конечно. Давай-давай-давай. Оп, аккуратно, здесь Байрон. Байрон, мы не должны подставляться под Байрона. Все, отлично, у нас есть три банки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хиль меня. Так, ладно. Что это с Мортисом произошло? Видимо, он тоже пролагал. Мансуем. Оп, попал разочек. Давай, еще пару раз по нему попасть. Ой-ой-ой-ой. Там Байрон, который может убить. Давай отойдем, давай сменим позиции. Вот тут, наверное, кто-то может быть. Нет? Или вот здесь? Осталось по-прежнему 5 команд. Это будет напряженная игра. Хоть бы разочек по кому-нибудь попасть бы. А, вон, сверху. Так. Уничтожаем. Все, у меня есть меха. Он клона своего заспавнил. Ух ты! Что это только что было? Я похилюсь. Все нормально. 5 секунд. Постою за кактусом. Сейчас у меня гаджет отрегенится. Все, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же много у него хп! Да! Мы убили! Зажимаем! Да! Да! Вы видели? Ребят, это просто имба всей имбы. Лучший стак, чуваки. Меха плюс Пока, который хилит. У мехи огромный урон. Ребят, офигенный новый легендарный бравлер. Огромное вам спасибо, что вы посмотрели этот ролик до конца. Ставьте свои лайкосы под этим видосом. И да, небольшой анонсик для тех, кто досмотрел ролик до конца. Очень скоро выйдет супер, нереально крутая коллаборация по Бравл Старсу. И выйдет она, чуваки, в пятницу. В пятницу ждите супер крутой видос. Вы явно такого не ожидали увидеть. Поэтому нажимайте на колокольчик. Ну что ж, увидимся с вами в следующих видео. Адьос!